Наличие микрочипа у животного действительно может позволить многим историям иметь счастливый конец. Это как раз случай Бинки, 18-летней собаки, которая долгое время отсутствовала дома. Однажды мужчина заметил Бинки посреди улицы. Было ясно, что здоровье у него не самое лучшее, поэтому добрый мужчина решил отвезти собаку в Dorchester Paws, приют для животных в Лоу-Кантри, Южная Каролина, США. Действительно, у Бинки были различные проблемы со здоровьем, а также очень спутанная шерсть, испорченные зубы и ногти. Более того, его тело было полностью покрыто блохами. Таким образом, было очевидно, что собака долгое время не получала человеческой заботы. Но вскоре после этого произошло удивительное открытие. Сканируя микрочип, волонтеры ассоциации узнали, что у собаки есть хозяева, и что они находятся в 6 часах езды. Оставалось только воссоединить Бинки с хозяевами, которые наверняка давно его искали. Фотографии их встречи действительно трогательные. Представьте себе эмоции, которые, возможно, испытали владельцы, когда снова увидели и обняли своего спутника жизни после очень длительного периода расставания. Фактически, когда они прибыли на место, члены спасательного центра узнали, что семья Бинки потеряла его уже целых 3 года назад. Мы уверены, что и Бинки, и его владельцы будут вечно благодарны людям, которые позволили дать счастливый конец этой невероятной истории. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.